Две девушки из Уфы отправились в Казахстан. Так Кристина Ёлкина и Гульфия Каримова начали кругосветное путешествие, которое получило название «Let's go». За 250 дней они планируют дважды пересечь экватор, перелететь два океана и посетить 30 стран. О том, как осуществить детскую мечту с минимальным бюджетом, узнавала Алина Гребешкова. Каждый рюкзак весит около 15 килограмм. Главное – это спальники. Палатка. Немного одежды, немного еды. Полгода назад Кристина Ёлкина и Гульфия Каримова начали готовиться к кругосветному путешествию. Распланировали маршрут, собрали рюкзаки и уволились с работы, чтобы увидеть мир и понять, на что способны. На самом деле о кругосветном путешествии мы мечтали с самого детства. Мы хотели объездить весь мир, хотели увидеть разных людей, познакомиться с ними, познакомиться с культурой разных стран. Однажды я сидела в офисе за работой и делала проект о путешествии. И подумала, а почему бы не создать свой такой же проект? Вот, я позвонила своей лучшей подруге, и она сумасшедшая с первого раза согласилась, и все, началась подготовка, сборы, покупка снаряжения. Самое сложное, по словам девушек, это оформить 15 виз. За 250 дней они собираются посетить 30 стран. Бюджет кругосветного путешествия – 120 тысяч рублей на двоих. Этих средств должно хватить на 90 дней или 7 стран. Поэтому передвигаться Кристина и Гульфия планируют большей частью с помощью автостопа, ночевать в палатках, а на питание тратить не более 200 рублей в день. Мы планируем еще подрабатывать. Мы дизайнеры, мы берем с собой все инструменты и будем рисовать на месте портреты в русском стиле. Это с медведями, с балалайкой, кокошником и тому подобное. Да. Думаю, иностранцам это понравится. Кроме этого, на своем YouTube-канале Кристина и Гульфия будут делиться впечатлениями и советами. А зрители смогут не только наблюдать за путешествием, но и предлагать задания, которые девушки должны будут выполнить. Например, покататься на слонах или съесть кузнечиков. Благодаря игровому интерфейсу зрители смогут отслеживать настроение, здоровье и состояние кошелька путешественниц. Страхи, они всегда есть и будут. На самом деле, я считаю, что страхи не помогают тебе двигаться вперед. Не бояться и пробовать себя. Хотя бы на небольшие расстояния, хотя бы помаленьку, по чуть-чуть, но пробовать и путешествовать. Воплощать свою мечту, вот самое главное. И самое главное – верить в себя, и все получится. Let's go! Нет, это надо произнести. Let's go! Кругосветное путешествие Кристины Ёлкиной и Гульфия Каримова начали с Казахстана. Далее они отправятся в Китай, посетят страны Азии, Северной и Южной Америки, а также Европы. Затем, спустя практически год, девушки вернутся домой. Алина Гребешкова, Роман Игуманов, городской телеканал ЮТВ.